Очень легко потерять контроль над эмоциями, когда ты забиваешь победный гол. Особенно на последней минуте матча. И грузинский футболист Тимури Кидзбая не является исключением. Самый известный момент его карьеры произошел в 98 году, когда Тимури, играя за Ньюкасл, забил гол в ворота Болтона. Кидзбая сбросил футболку и запустил ее на трибуны. Потом уже собирался снимать шорты и бутсы, но вместо этого начал бить по рекламным щитам возле поля. Позже он рассказывал, что реагировал так из-за недостатка игрового времени. А в этом матче его выпустили на 79-й минуте, и он стал главным героем этой встречи. Также он отметил, что нужно все же держать себя в руках и не давать волю эмоциям. Кстати, Кидзбая на сегодняшний день главный тренер сборной Кипра. К сожалению, сборная Кипра в отборе к Евро-2024 проиграла все свои матчи. Но я точно знаю, что с такой страстью Кидзбая еще сможет завести своих подопечных.